Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, психофизиологическая комьюнити, уважаемые коллеги. Мы с вами на странице автоматизированной методики, и мне задали вопрос. Я на него отвечаю. Каждая, любая из этих представленных нами психофизиологических, патопсихологических, тестовых методик, проб и так далее, может быть поставлена вам на флеш-носителе, любая. Это очень удобно в том случае, если у вас есть потребность работать не только где-то на рабочем месте, там в отделении, в клинике или еще где-либо еще, в офисе и так далее, но и перенести эту информацию к себе домой, поехать куда-то в командировку, показать коллегам получившиеся у вас результаты по любой из этих методик, будь то простая зрительно-моторная реакция, будь то MMPI, любая методика может быть поставлена на флеш-носителе, на флешке. Это очень удобно. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!